крепкого здоровья на долгие годы вместе с Паркинсоном, чтобы он помогал вам его восстанавливать, помогал сопровождать и быть надежным спутником в вашей жизни. У меня один мой пациент называет этот прибор, говорит, это Министерство здравоохранения в кармане. Поэтому в хорошем смысле этого слова вот, мы вам хотим пожелать, чтобы ваше министерство было всегда с вами, и чтобы оно было хорошим, добрым, надежным министерством, которое будет вам только помогать и сопутствовать вашему здоровью и вашим успехам.
Друзья, всем бодрого начала недели. Сегодня у нас понедельник. Завтра у нас летнее солнцестояние, Купала. И сегодня у нас очередные секреты с Юрием Лиром. Максимально добрый день всем. Здравия, хорошего настроения. По возможности полного благополучия, позитива и хорошего настроя на светлые дела. Поехали. И по традиции вступительное слово. По традиции вступительное слово и несколько донесений от наших замечательных космических друзей из того, что нам позволено сообщить. Вначале, поскольку я очень надеюсь, что к моменту постановки этого видео на наш главный канал в YouTube Астралионика он закрыт не будет. Надеюсь. Хотя 2 недели мы были без контактов, мы получили страйк. Это говорю тем, кто по тем или иным причинам не понял произошедшего и ждал каких-то известий именно на этом канале. Так вот, именно для этой части наших друзей сообщаю. На YouTube есть Астралионика 2 и Астралионика 3. И все эти 2 недели информации там было достаточно. И музыки, и много другого. Кое-что из этого периода я перенес на наш главный канал. Я считаю, это очень важно. А кое-что осталось на этих 2 каналах. Я имею в виду музыка. Так что заходите, смотрите. И почищаю, если вдруг, мало ли, всякое бывает, вы понимаете, то каналы Астралионика 2 и Астралионика 3 будут работать. Кроме этого, под нашим видео есть ссылка на наш канал в Телеграме Астралионика Юрий Лир. Это пишется латинскими буквами. И туда мы выставляем те ролики, ту информацию, которую по тем или иным причинам не можем ставить ни на один канал в YouTube. Это первое. Второе. Для тех наших друзей, кто волнуется по поводу моего исчезновения из портала ВКонтакте, я уже несколько раз об этом говорил, но судя по поступающему оттуда сигналам, люди еще не очень поняли, что ВК, Mail.ru, Яндекс и еще кое-что на территории Евросоюза заблокированы. Латвия находится на этой территории, и поэтому понятна какая ситуация. Значит, там, ВКонтакте, у меня нет возможности общаться с друзьями. Пишите либо в Телеграм, либо каким-то образом обозначайте себя в комментариях на YouTube. Это пока единственное, что я могу предложить. Все остальное, чем только не предлагали, и бастионы, и многое другое, поверьте, никогда. Все это открывать, следить, что-то там делать. Это драгоценное время, которое главным образом я трачу, еще раз напомню тем, кто об этом не знает или не понял, я трачу на пациентов, на работу с людьми, которым надо помогать. А в свободное от работы время играю и записываю музыку и общаюсь с очень приятными людьми, в частности, с Владиславом. Дальше. Для тех, кто очень часто высказывает свое абсолютно понятное недовольство по поводу отсутствия перевода или субтитров на некоторых видео, имеющихся на наших каналах в YouTube. Я имею в виду переводы с английского языка. Я сам проверил, посмотрел, как работает переводчик в браузере Opera. Вы знаете, вполне хорошо, лучше, чем Яндекс. И очень советую поставить себе на компьютер Opera только для этой цели и пользоваться только этим. И уверяю вас,
это более чем сносный вариант перевода. Это не идеальный вариант, но он лучше, чем в Яндексе. И надеюсь, вам это понравится. Далее. В одном из комментариев под видео, в котором рассказывалось о пресловутой монете с изображением королевы Елизаветы, на латвийской монете, было утверждение о том, что в Литве есть тоже такая монета. К сожалению, ссылки там не было. Ну, я человек дотошный, мне стало интересно. И поскольку у меня времени тоже нет, я забросил эту информацию своим ребятам в Москве, нумизматам, таким зубрам свое дело, и написал им, что я же от вас получил информацию, что ничего такого в мире больше нет. Ну-ка давайте, проведите поиск. Они провели поиск, да, обнаружили, что, ну, правда, не в 2016, как в Латвии, но в 2021 году в Литве действительно тоже выпущена монета, на которой на реверсе облик Медеи мифологической. А вот на аверсе тот же замечательный, светлейший лик. И эта монета имеет номинал 2 доллара, насколько я помню. И ссылка на эту публикацию об этой монете будет дана под этим видео. Далее. Я попросил этих ребят посмотреть, а нет ли чего-нибудь в Эстонии? Не нашли. В общем-то, ничего удивительного, особенно в свете очень многого сказанного об особой роли, особых видах взаимодействия некоторых стран Восточной Европы с Туманным Альбионом. Я эту тему сейчас продвигать и продолжать не буду. Мне кажется, сказано достаточно. Если кому-то недостаточно, задавайте вопросы. Следующий момент, который я с большим удовольствием озвучиваю. Наконец-то на наши многократные попытки связаться с Рэнди Крамером он ответил. Ну, человек он более чем занятой. Он сейчас на расхват по разным причинам, на разных каналах. И кроме этого он занимается своими бизнес-проектами, часть которых напрямую связана с новыми медицинскими технологиями. В частности, разработка моделей MedBeds. Понятно, что речь не идет о тех самых, которые десятки лет уже возвращают людей из ничего. Есть все эти технологии. Они используются только и единственно для контингента в тайной космической программе. И только с одной целью. Вернуть человека к жизни, неважно, что от него осталось, какие там ошметки, и продолжить эксплуатацию этого объекта, в которого вкладываются очень большие деньги, и которые эта система терять не намерена. Это не делается для блага этого человека, чтобы ему прекрасно там жилось и так далее. Это делается для того, чтобы выжать из него все. Чтобы выжать из него в десятки, а если возможно, в сотни раз больше, чем миллионы долларов, которые вкладываются в каждого такого человека. Они называются assets, то есть вложение, инвестиция. Вот как там рассматривают людей. А то, чем занимается Рэнди, это первые осторожные попытки воспроизвести некоторые элементы этой технологии. И тут совершенно понятно, что любая попытка его что-то там ускорить без согласия кое-каких структур, и ни Рэнди, ни его бизнеса, ни людей, которые участвуют в этом бизнесе, просто не будет. Это делается, к сожалению, очень быстро и, к сожалению, до сих пор. Тем не менее,
Мы достигли с ним договоренности об эксклюзивном интервью для канала, на котором работает Александр Черкасов, наш замечательный переводчик, лучший в мире, как его там называют. Это канал ВК «Космическое сознание». Посмотрите, те, кому интересно. Канал заслуживает внимания, хотя, на мой взгляд, личный, там я могу быть не совсем согласен из того, что там публикуется. Теперь несколько сообщений о наших друзей. Первое. И тут я сразу вынужден прибегнуть к эзопову языку. Выражусь аккуратно, несколько завуалированно, но уж селяви. Они посоветовали не удивляться, если в относительно близкое к нашему времени время, извиняюсь за тавтологию, обнаружится некий постоялец одного из мавзолеев. Мавзолеев на Земле много. И я не буду дальше продолжать эту тему. Просто не удивляйтесь, если вдруг как-то что-то всплывет. Мы живем во время, когда, по-моему, надо уже перестать чему-то удивляться, а просто анализировать спокойно и делать выводы. Далее. Мы попросили наших друзей прокомментировать информацию, которая и до того, что об этом сказал Сидик Афган, приходила. И на канале Астралионика есть интервью с человеком очень духовно продвинутым, представителем украинской настоящей духовной культуры. Посмотрите, есть это интервью. Там много чего говорится. А Сидик Афган сказал, что его математические вычисления говорят о том, что будущей духовной столицей возрождающегося мира, а возрождаться он будет через лидерство славянства, метаславянского суперэтноса, этой столицей будет Чернигов. Ну, особых деталей дано не было, но было сказано следующее, что действительно Чернигов является особой точкой и в энергетическом смысле, и в смысле тех самых особых линий энергетических, силовых, о которых тоже есть трехчастевое повествование на канале Астралионика. То есть там очень много что сходится. Это первое. Второе. В прадревнейшие времена, ну, судя по всему, допотопные, это был некий сакральный центр, если угодно, центр такой концентрации духовных энергий и многих других, о которых человечество сейчас не имеет представления. И сам Чернигов, и территория вокруг него – это целый комплекс разного рода объектов. У всего этого комплекса единое назначение – концентрировать и раздавать. Повторяю еще раз, эти технологии использовались прадревнейшими цивилизациями. От многих из них ничего не осталось, даже названия не осталось. Но можно сказать так, что некоторое специфическое влияние на эту цивилизацию оказала лемурийская культурная, духовная, сакральная и сакрально-космическая цивилизация. Не напрямую, но довольно ощутимо. И, главным образом, та суперцивилизация, которую мы обобщенно называем гиперборейская, а метаистория человечества знает, что гиперборейская суперцивилизация – это как минимум несколько миллионов лет, за которые и на Земле,
и с самой Землей очень много что происходило. И она несколько раз меняла угол наклона своего вращения. И даже были периоды, когда она вращалась в другую сторону. Этим я хочу сказать, что пора переставать, наконец-то, спекулировать на жалких огрызках какого-то знания, где-то понахватанного. И надо перестать все это на древко устанавливать и с этими знаменами друг с другом воевать. Нам предстоит собрать по частицам, по крупицам, воедино всю эту невероятно огромную метаисторию, в которой очень многое откроется, всякого разного. Поэтому, значит, было сказано следующее. Там, когда вся эта немирная ситуация завершится на этой территории, там обязательно будут произведены специальные виды раскопок, и многое вскроется. И это многое поможет убыстрить процесс воссоединения славянских народов. И самое последнее. Будет ли Чернигов духовной столицей мира? Это зависит от нас, от того, как мы сейчас и здесь себя ведем, как мы проявляем себя как духовных сущностей, осознающих свою не просто земную природу, но и космически духовное наполнение того, что мы называем душа и сердце. И последнее от них, поскольку этих вопросов я насчитал в комментариях очень много. Просто прошелся как раз в связи с тем, что надо было сделать ревизию на астралионике, пока она молчала, и посмотрел много вопросов в связи с как-то упоминавшейся в одном из вопросов, по-моему, в наших с тобой беседах. Это вопрос, связанный с странным явлением, которое называется подводная стена под Атлантическим океаном, идущая со стороны Южного полюса к Северному. Она известна многим исследователям, и несмотря на ретуширование непрерывное на системе Google Earth, тем не менее, этот феномен имеется. Значит, ответ был дан следующий. Это своеобразное такое комплексное обеспечение связи между отдельными регионами Земли по типу, то есть не точно, а по типу метро, которое защищено специальным образом, особыми технологиями. То есть внутри нее есть линия связи, транспортная. Построена она одной из цивилизаций, которая в незапамятные времена ушла под землю с поверхности Земли. И давно там обитает. Но у этой цивилизации есть свои программы и исследования, и мониторинга того, что происходит на поверхности. Кое-что об одной из таких цивилизаций говорил Рэнди Крамер. Кое-что об одной из таких цивилизаций говорил Кори Гуд и некоторые другие. И Эмери Смит говорил о своих опытах исследования такого рода феноменов. Так что все это реально. Построена эта штуковина примерно, подчеркиваю, 35 тысяч лет назад. Есть информация, которая, в общем-то, коррелируется с этими данными. Я отсылаю к книгам Скотта Эллиота, который написал отдельную книгу про Лемурию, отдельную про Атлантиду. И там даны карты. Карты того, как выглядел лик Земли в те или иные геологические эпохи. Те, кто серьезно занимается палеогеологией и другими разделами геологической истории Земли, ее вида,
Я встречался с такими людьми. Они подтверждают все эти карты. Говорят, что удивительно точно все там нарисовано. Так что такая вот информация. И теперь переходим к нашим основным делам, вопросам. Я рад тебя видеть. Во-первых, сегодня будет в конце нашей встречи два сюрприза. Поэтому если кто-то покажется там 2 часа, 3 часа, слишком долго, вы все равно дождитесь или на следующий день пересмотрите, там будет 2 сюрприза. Почему 2 или 3 часа? Сегодня прислали такое количество вопросов, что 22-33, как мы с тобой уже говорили, я уже даже сбился со счету. Единственное, что вот то, что ты вначале сказал, тогда я буду как-то... Ну, до этого тоже было цензура, я старался уже выявлять некоторые, скажем так, потребности Ютуба для того, чтобы не было вот таких как бы страйков. Теперь я уже думаю, что надо будет часть вопросов просто как-то задать так, чтобы ты понял и все поняли. Потому что если я задам в лоб, то я очень-очень не хочу, чтобы... то мы получим полбу. Полбу или в лоб, да, или получим полбу. Вот. Но я думаю, то, что ты вначале сказал, мы, может быть, тоже попробуем решить этот вопрос технически, я потом тебе расскажу, как. Вот. Поэтому, возможно, будет у тебя будет еще 4-й, 5-й канал. Пусть будет их много, пусть они развиваются. Да, друзья, вот под нашим видео есть все ссылки. И на Телеграм Юрия, и на все каналы. Поэтому все равно на всякий случай подпишитесь. Пусть это будет. Чем потом вы будете находиться в неведении и задавать вопросы. А почему не вышло видео у Юрия Лира? Итак, первый вопрос. Его задала вчера моя очень хорошая знакомая из Ирландии, Елена. И вопрос связан с тем, что последнее время перед сном, вот состояние такого предсонного, к ней начали приходить лики. Было 3 раза, причем 2 лика было связано с силуэтами в очках. Я вот, в общем, сначала предположил, может быть, это Владислав Платон, может быть, это Юрий Лир. Нет. Вот. И самое главное, что в 3-й раз пришло 3 лика, и 1 лик был похож очень на Иисуса Христа. И вопрос такой, с чем это может быть связано? Может быть, идут какие-то изменения? Просто она, на самом деле, такой удивительный человек, я знаю. Ирландия по себе – это место силы. Может быть, там что-то такое уже происходит интересное? Ну, когда мне приходилось заниматься такими вопросами по... роду деятельности, напомню, это был период с 90 по 93 год, когда я исполнял обязанности независимый научный эксперт-аналитик при Латвийской ассоциации уфологии и эниологии. Еще раз подчеркиваю, это была научная организация под очень серьезной эгидой. Каждый такой случай исследовался, и есть свои способы исследования такого рода явлений. Здесь ничего такого заумного нет, но это должна быть система, в которой задаются определенные вопросы в определенной последовательности. И там идет определенная реакция. Короче, это серьезная работа, как полагается, профессиональная. Поскольку такой работы я провести не могу, могу сказать только одно. Во-первых, ну очень много раз говорил, что мы живем в другой энергетике, в другом темпоритме и просто на глазах ускоряющемся факторе энергии времени. Все это, безусловно, связано с процессом, в котором мы находимся. Перехода в более тонкие планы. Как угодно это можно назвать, более высокие измерения, мерности, плотности, неважно. У нас пока еще в академической физике вообще нет толковых терминов, в которых все было бы ясно и понятно в этом смысле.
Поэтому, грубо говоря, мы утончаемся. Вся наша психофизика, психоэнергетика, многое другое насыщается новыми видами энергии космической. Это приводит и, в частности, способности все больше и больше взаимодействовать, вступать в контакт, получать некие послания из того мира, который условно мы можем назвать астральным планом. По-моему, несколько раз мы с тобой говорили на эту тему. Я говорил в том числе и о том, что многие люди, которые в жизни вообще никогда снов не видели, отродясь, вдруг начинают не просто видеть сны, а целые информационные блоки им там идут. И очень много чего интересного им там показывают. Для некоторых это шок. Потому что это люди с таким кондово-материалистическим взглядом на мир. То есть, чего я пощупать не могу, того нет. Этим товарищам я всегда советую пощупать воздух. На всякий случай. Есть другие, у которых другая позиция в мире. Но для очень многих то, что они видят, почти всегда это что-то удивительное, яркое, неожиданное, мощное. Что касается ликов там, в очках, я как не очень уверен, что тот, кого мы называем Иисус Христос, очки носил в свое время, я уже вообще не говорю о том, что... Извини, я тебя перебью. Речь шла о том, что как раз это первые два силуэта были в очках. Это речь шла не об Иисусе. А уже третий раз была именно вот лик Иисуса Христа, понятно, без очков. Извини. Хорошо. Значит, всякое может быть. И если говорить уже предметно о вопросе этой уважаемой дамы, я еще раз подчеркну, для того, чтобы хоть что-то понять, кто там мог быть в очках, с ней надо индивидуально работать. А я сейчас говорю об общих принципах, понятиях и явлениях, с которыми мы соприкасаемся каждый день. Теперь, кстати, об облике Иисуса Христа. Но много раз касались и этой темы. Я повторю то, о чем говорилось ранее. Нам и по поводу этой космической сущности придется очень многое узнать. Очень. И это будет настолько для многих и неожиданно, и шокирующе, обескураживающе, что, ну, поубавится таких абсолютно уверовавших в незыблемость изображения иконописного. Но это не значит, что сам космический дух отсутствовал на Земле. Нам историю эту предстоит узнать как следует, заново. А начать советую, на всякий случай, с Блаватской, с ее изложения истории истинного Иисуса. Много чего узнаете. Еще раз хочу сказать, неважно, что, кто, когда, каким образом говорил о Блаватской, это невероятно светлая личность и мужественный боец духа, испытал столько гонений, на нее лилось столько лжи, мерзости, грязи и чего угодно, я думаю, что вряд ли кто-нибудь в то время мог выдержать, кроме нее. Да и то, в результате она все-таки ушла из жизни раньше, чем надо было. И ее боялись, ее опасались, ее люто ненавидели. Главным образом за то, что она несла людям правду, истинную информацию. При этом подчеркивала очень часто, я ни бельмеса не понимаю в том, что я чаще всего пишу. Я передаю вам, я являюсь передатчиком, а информацию вам передают с вершин знания, непогрешимого, еще и потому,
что те, кто передавал, и, кстати, не перестает передавать на Землю эти знания, сам воплощался на Земле, сам проходил кровавый опыт жизни в наших условиях. Это еще раз в сторону тех, кто продолжает упорствовать в своем, мягко выражаясь, негативном отношении к нашим светлым братьям, к тем, кого мы называем махатмы, белое братство, истинное только. Да? Есть большое количество спекулянтов на этой теме. И вопрошателей. Чего это космические силы нас ни от кого там не спасали и прочее, прочее. Об этом мы говорили раньше с тобой, совсем недавно. Но я еще раз напомню. Да, условия договоров на космическом уровне были не в пользу человечества Земли. Это так. Но те, кто изначально пришел с миссией и оберегания человечества, и наставления его, способствования эволюции человечества, не могли вмешиваться, как они могли бы, военным образом, например. Они избрали другой путь. Находясь на том уровне, когда воплощаться не надо, никаких страданий вообще не мыслится, они невозможны там. Они приходили на Землю, еще раз подчеркиваю, на своей шкуре испытывали все прелести земной жизни. Эту шкуру с них иногда сдирали живьем. И ни один раз, ни в одной жизни, в благодарность за те знания, свет и любовь, которые они несли человечеству. Вот способен ли кто-нибудь из этих, так сказать, негативщиков хотя бы в одной жизни дать себе с пальца кожу содрать во благо человечества? Вот так. Поэтому я думаю, что многие из нас в ближайшее время во снах увидят очень много. И опять-таки, мы с тобой об этом говорили, касаясь нашего взаимодействия с тонкими планами. Поэтому идем дальше. Да мне кажется, мы с тобой вообще уже во всем говорили. И вопросы уже не, там, не дважды, не трижды, там, а много-много раз повторяются, поэтому некоторые задают мне вопросы, на которые мы с тобой отвечали недавно или давно, я просто отправляю на твой канал, вот, ну, просят повторить ответы. Так, вопрос следующий. Здравия, Владислав, послушал 13-е секреты. Хорошие новости. Если так дальше пойдет, то уже нужно будет думать, как общаться с представителями космических рас и цивилизаций. Возник вопрос, возможно, не своевременный, но все же вопрос самому информированному по этой теме человеку, астрону. Как правильно представляться человеку при встрече с инопланетянином? Как себя вести, что нужно делать, а чего категорически нельзя? Есть ли яркий пример возможных взаимоотношений человека и инопланетянина, отраженный кинематографией? Благодарю. Начну с последнего. Уж насчет кинематографа, столько мы говорили, столько этих вариантов нам Голливуд и некоторые другие киношные фирмы показали, включая советское телевидение и советский кинематограф. «Молчание доктора Ивенса», посмотрите. Очень советую. И «Солярис» советский. При всем специфическом моем отношении к Тарковскому. Так вот, это вопрос тоже такой очень большой. Я только что сказал, что этими темами приходилось заниматься профессионально. Потому что среди тех, с кем приходилось работать в виде этого контингента, контактерского в начале 90-х, были всякие. Существуют основные принципы и правила, которые любая космическая цивилизация обязана соблюдать. Несоблюдение этих правил хотя бы в мельчайшей какой-то своей части уже
свидетельствует о том, что перед вами существо, имеющее какие-то нехорошие планы по отношению, по крайней мере, к вам лично. Хотя тут тоже эту проблематику надо знать капитально. Бывают особые ситуации, которые обуславливаются особыми обстоятельствами. Например, думали ли вы сами об этом контакте? Насколько вы вкладывали в это свою психическую энергию? Насколько длительно и регулярно вы это делали? Кого вы формировали в своем сознании? Какой образ? Это очень многое определяет в том, с чем вы встретитесь. Хочешь задать вопрос? Да, но может быть есть какой-то такой основной там страх, боль, недомогание, головокружение? Или это вот не подходит? Значит, то, что ты назвал, это скорее не сам принцип взаимодействия с ними, а ощущения, которые могут быть. И здесь тоже все совсем не однозначно. Вот или так, или так. Первое. За последние 70 лет на Землю с разными миссиями, визитами, какими-то задачами прибыло представителей примерно 1000 цивилизаций. Из них считанные единицы находятся с землянами в постоянном контакте с определенными программами. Это известно всем, кто реально, профессионально, спокойно занимается этими вопросами в так называемой прикладной уфологии. Ну, безусловно, все прекрасно известно тем, кто в ТКП этими темами занимается. Все, что сказано тобой об ощущениях, это скорее превходящие обстоятельства. Такой обобщенный вариант ответа на этот вопрос могу сказать, высказать так. Почти всегда, почти абсолютно наверняка, если при личном взаимодействии с представителем конкретной расы, цивилизации возникает негативное ощущение, любое, холод, настороженность, еще что-нибудь, хоть что-нибудь, прекращайте контакт, заявляйте о своей космической воле и посылайте их, откуда прилетели. А вот, вот этот вопрос посылайте, можно поподробнее? То есть можно даже по-русски послать? Ну, желательно тут не переходить. Они не поймут, эти подробности. Да, а то вдруг спросят, а это как? И придется объяснять это как. А это удлиняет процесс расставания с нежелательным контактером. Так вот, если же во время контакта все ощущения благоприятные, а есть и такие, которые ни в сказке сказать, ни пером описать, это сплошное блаженство и изумительные ощущения внутри и вокруг. Причем никакими технологиями это подделать невозможно. Тогда имеет смысл. Дальше. Если перед вами существо, находящееся на определенном уровне развития и представляющее из себя расу и цивилизацию, соблюдающие космические законы, они обязаны представиться. Точка. Мы такие-то. Мы оттуда-то. И дальше, ну, Алекс Кольер много раз об этом говорил. На нашем канале Астралионика есть видео, переведенное на русский язык. Представляться в ответ надо следующим образом. Я, называете имя, фамилия, если вы человек, привыкший к русской культуре, желательно отчество, не помешает. Они за каждым вашим словом они сразу видят все, что за этим стоит. Дальше. Называете свой род деятельности.
понятным и ясным языком. Чем вы занимаетесь? Дальше. Вы называете центральное светило нашей звездной системы. У нас два светила. Одно центральное, одно с ним во взаимодействии. Это самая распространенная система во Вселенной. Дуальная. Наша система называется SOUL. На большинстве языков, принятых в космических цивилизациях. Вы говорите SOUL, и дальше в нашей звездной системе принято называть все планеты одним словом Terra. У каждой планеты, соответственно, свой номер. У нас Terra 3. Откуда взялось это слово? Это отдельная история. Это все та же история, очень сложная, очень многокомпонентная. Это слово связано с цивилизацией драконицы. Многое из терминов, из названий, из слов драконийской цивилизации укоренилось во многих культурах, не только на Земле, но и в Солнечной системе нашей. Это факт. И это неплохо и нехорошо с точки зрения космических принципов взаимодействия культур, в которой всему надо учиться. Мы и воплощаемся-то на планах плотного мира для обучения, получения опыта и правильных выводов из этих опытов. Возвращаясь к вопросу. Таким образом, когда вы себя обозначили, в ответ на представление вашего гостя, можно начинать какой-то обмен информацией. Другое дело, что к этому надо быть готовым. Иначе, кроме как вопрос о курсе доллара, там еще чего-нибудь на следующую неделю, многие и не способны ничего спросить. Ну, это же безобразие. А язык-то здесь какой? Soul, Terra. Когда вы это произносите, это звучит у вас в сознании. Абсолютное большинство гостей, которые через стены проходят, и для них это не проблема, они телепаты. Но некоторые из них могут общаться и речевым каналом. Для этого им приходится просто учиться. Вот как Алекс рассказывал, что Несеус, это пожилой его наставник, он не говорил по-человечески, а Марине, более молодой, специально учился и с ним общался, в том числе, голосом. Ну, то есть я говорю о чем? Говорим на своем языке, не на английском, а на русском. На своем языке. Но еще раз повторяю. Какой вопрос, такой ответ. Так принято в этой системе обмена информацией. Не будет какого-то стыда, позора, катастрофы, если вы скажете «Солнце» и «Третья планета от Солнца». Это просто слишком длинно. Для них это слишком длинно. Надо понять следующее. Вот, между прочим, на эту тему тоже написано в книге «Две жизни». Как ни странно. Ну, кроме того, что там вообще написано-то о братьях этих космических, невероятного роста, которые так вынужденно подзадержались в этой твердыне духовной, исполняя свой оброк. Читайте книгу. Но там есть момент, когда светлые братья, наши наставники, Махатмы, учителя человечества, общаются друг с другом. Это общение занимает такие ничтожные доли секунды. И за это время, Левушка наблюдал, там светящиеся геометрические фигуры, излучавшиеся одним из братьев. Вот это космический язык. Там за долю секунды космическое существо может рассказать всю свою биографию всего своего рода. Поэтому, когда мы что-то изрекаем, для них это очень долго. А, ты, да, ты,
ты вначале сказал, значит, перед представлением надо заявить свои права, да, о своей воле, что вы не имеете права, наверное, насильно там что-то со мной делать. Если вы это сделаете, я сейчас тут, понимаешь ли, кое-кому сообщу. Нет, вот как раз этого не надо, потому что не надо недооценивать ту сторону, которая к вам пришла, допустим, с негативным намерением. Они тоже видят вас насквозь. Они тоже видят, что никуда вы не побежите, никому вы не сообщите, просто не успеете. Но мы призовем светлые силы, прочитаем молитву, Псалом 90-й, Архангела Михаила. Значит, сразу скажу, в некоторых случаях действует. По нашей статистике, строго научной, мы занимались много чем, исследованием много чего. И собирали статистику, как полагается. Еще раз, это была научная структура, где ко всему подход был академический. По нашей статистике, примерно 5-7% молитвы, обращения к архангелам и так далее срабатывает. Жестко, все прекрасно. А в других нет. Вот так вот. А я с неожиданной стороны говорю, пойдем, отметим встречу. Пойдут? Смотря куда пригласишь. Ну, хорошее заведение, шеф-повар, совиньон блан, еще что-то там. Ну, конечно. Тема, конечно, такая завлекательная. Но это неожиданный поворот. Неожиданный поворот, да. Всегда надо быть готовым к тому, что рогатого не перехитришь. Его можно только отринуть. И вот тут можно, повторяю еще раз, я не говорю, что не надо так поступать. Ради Бога, надо, если это находится в вашем священном пространстве, ваших понятий, ваших устремлений, если это является частью вас как духовной сущности. Я имею в виду образ архангела, там, не знаю, Михаила, Гавриила, еще кого-нибудь. Николая Угодника. Образ Спасителя, Николая Угодника, кого угодно. Это ваше внутреннее пространство. Призывайте его на помощь. Может быть, поможет. Но главное в таком случае, повторяю еще раз, правильно повести себя, настаивая на космическом законе священного права выражения вашей свободной воли. Все, тут в абсолютном большинстве случаев все прекращается. Но не 100%. Есть те, кто цивилизацию и расу свою построил миллиарды лет назад на полном противоречии всему, что является собой фундамент существования Вселенной. А он начинается со свободного принципа. Если мы видим такую ситуацию, когда уже мы подходим, и кого-то уже там связали, затягивают в тарелку, что тут делать? Вот мы прямо видим насилие на глазах, ты являешься наблюдателем. Что тут можно сделать, чтобы они прекратили это безобразие? Это тоже очень обширный вопрос. Первое. Это настолько редко. Это не X-файлы, где там через 4-5 серий, вот примерно такие вот ситуации. Это первое. Второе. Настоящие похищения людей инопланетянами закончились, ну как об этом говорят не только ветераны ТКП, не только инсайдеры, и многие-многие другие, у которых тот или иной вход в тему есть. Но Линда Моутенхоу об этом говорила, а ей говорили источники непогрешимые, иначе она не говорила бы вообще. Принцип чужими руками. Вот он. И это не только драконицы, которые так делают везде, во всей Вселенной. Потому что они знают закон кармы. Гораздо лучше людей знают его. Таким же законом руководствуются и многие нехорошие серые. Это значит, что есть хорошие серые. Есть Вселенная настолько многообразна в самых разных видах и расах,
что никакое человеческое сознание это многообразие не может объять. Но те, кто здесь хулиганил и всякие мерзости творил, на каком-то этапе это было. Причем в разы это начало уменьшаться уже к концу 40-х годов. Это явление, вот abduction, похищение. Мы сейчас об этом говорим, да? А потом человечеству начали передаваться технологии. И мы знаем, что ТКП построено на внеземных технологиях. Вот только не для человечества. А для них же, чтобы нашими руками делать то, что им надо. Нахтваффен построен. Супермощный космический флот немцев марсианский. Для продолжения экспансии и захвата чужих космических систем. Чужими руками, чужими руками. И серые, и многие другие. И некоторые из этих технологий очень быстро переходили в особые подразделения ТКП под руководством всегда особого контингента ЦРУ при кураторстве АНБ и с использованием особо обученного персонала вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. И практически всегда это ВВС, не морские силы. Это один из, кстати, моментов очень важных, из-за которых вот эти группировки в тайной космической программе под эгидой ВМФ и под эгидой ВВС имеют друг к другу очень большие претензии. Вот одна из них. ВМФ никогда не вовлекались в это. То, что там у них называется MILAB. Military Abduction. Военное похищение. И это началось с начала 60-х годов, когда людей начали тырить сотнями, тысячами, десятками тысяч, и это делали американские военные, которые и наряжались в определенные там одеяния, очень похожие на серых, на драконийцев, на кого угодно. А потом уже получили голографические технологии, и стало проще. Но первое, что они получили, и, кстати, это сначала было на вертолетах установлено. Луч, который забирает человека, первое. Второе, система прохода через стены и многое другое. Так что далеко не факт, что если перед вами что-то образовалось и прошло сквозь стену в сияющем, ослепительном, бело-голубом свете, что это откуда там, непонятно, с какой-нибудь Альфы Центавры или созвездия дракона, и еще не дай бог с Гидры, вот это самое крутое. Это может быть контингент MILAB. Вот так. Так что я думаю, что пора заканчивать с этим вопросом. Многое сказано. И есть над чем подумать. Главное, по-моему, я сказал. Да, благодарю. Елена задает вопрос. Прекрасного времени суток, Владислав и Юрий. Вопрос, кстати говоря, мне очень понравился. Благодарю вас за знания и возможность их получать благодаря вашим встречам. Вопрос такой. Мне вообще нравятся все вопросы, связанные с детьми и женщинами. Почему женщины носят каблуки и отращивают длинные ногти? Откуда ноги растут у этой тенденции? Присутствует ли тут инопланетное влияние? Бытует версия, что раньше существовали люди, существа с копытами, и каблуки – это отсыл к ним. Так ли это? Заранее благодарю. Вопрос от Элины. Если под тенденцией понимается женская сущность, то откуда там ноги растут, мы знаем анатомию и физиологию. Это первое. Это сразу отсыл к тому, что известно о далеких-далеких предках человечества, о которых еще Платон, между прочим, писал
а до него некоторые другие представители древнегреческой мысли. У них было некоторое знание об эволюционных пробах, которые проходили под курированием некоторых видов цивилизаций, которым это было поручено. Это, в общем-то, не противоречит, но немножко дополняет информацию, идущую из теософской традиции, из розенкрейцеровской традиции, из некоторых других параллельных. Вкратце, еще раз напомню то, о чем тоже я говорил и о чем рассказано в «Тайной доктрине», в космогонической концепции розенкрейцеров Макса Гендера. Начало заселения антропоморфными формами эволюционирующего сознания на любую планету происходит через атмосферу. Первое место приспособления будущих существ человеческого вида – это атмосфера, где они представляют из себя то, что как раз написано в «Тайной доктрине» и в космогонической концепции. Это гигантских размеров облакообразные существа, аморфные, не имеющие никаких там понятных очертаний. То есть это просто энергетическая форма существования, чисто энергетическая. Дальше все, что об этом известно, там написано. То есть приспособление все больше, 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 уплотнение, 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 потом, да, и ожидание готовности тверди к принятию этой формы жизни. Потом, как там написано, вторая основная раса – это сначала воплощавшиеся через яйцо, потом потом рожденные, потом почкование, потом андрогины и так далее. Все это там известно. Ну, в билетаризированной форме это написано в трех томах «Новое миропонимание современной эпохи» Клизовского. Наверное, это имеет смысл изучать вместо «Тайной доктрины». Суть заключается в следующем, что каждый из этих этапов, он проходил очень долго, это миллионы лет. И на протяжении одного из этих этапов человеческое прото-существо, оно, конечно, не с копытами было, но было весьма не похоже на то, как мы себя представляем друг другу сегодня. Первое, о чем говорится, что некоторые из этих протолюдей имели, прошу прощения за физиологическую подробность, анальное отверстие вперед. Оно глядело вперед. То есть много чего было очень странного. И на этом я останавливаюсь. Изучайте этот раздел метаистории человечества. Мало не покажется, там все очень интересно. Теперь, зачем все-таки придуманы женские каблуки? Об этом тоже много-много и много раз мы говорили. Еще помню, на канале Ивана Боброва я об этом говорил. Человек, как существо и земное, и космическое, является собой наилучшим образом реализованную функцию золотого сечения, если мы говорим о пропорции человеческого тела относительно точки, в которой находится пупок. Максимально точная реализация функции золотого сечения – это мужское тело, желательно без излишеств, выпирающих иногда так, слишком. То есть правильно сложенный человеческий мужской организм. Вот пупок делит его точно по золотому сечению с очень небольшой погрешностью. Женский организм, хорошо сложенный, для того, чтобы реализовывать это самое золотое сечение, должен подняться на определенную высоту.
вот женские высокие каблуки, которые ну, средняя женщина с ну, более-менее развитым самоощущением, она интуитивно выбирает очень правильно. Эта высота компенсирует недостачу до золотого сечения. Вот так. То, что это иногда выглядит гипертрофированно или как-то уж вообще буфонадно, но это другие уже дела. Но это же вредно. Там конечно, же вредно. Для конечно. Здоровья. Но дело в том, что при таком самопроявлении мужская сторона особым образом обращает внимание на объект, достойный своего внимания, и, возможно, на человека, который ему подойдет и осуществит процесс продления жизни. И здесь все очень-очень утилитарно с этой точки зрения. И дальше я останавливаюсь и отсылаю всех, кто заинтересован этой темой, к бессмертной книге Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Уж там на эту тему столько сказано, и так сказано, что, мне кажется, не убавить, не прибавить на этом уровне. Бесценная просто книга. Понятно, благодарю. Так, теперь вопрос о детях. Оксана задает. Добрый день, глубоко уважаемый Юрий Владислав. Так много хочется сказать вам доброго за ваш труд. Вопрос. У детей сейчас рожденных 2-4-6 спиралей ДНК. Это вопрос. 2-4-6 спиралей ДНК. И не потому ли их пытались заколоть новомодной процедурой? Ведь они намного сильнее, чем мы, рожденные в прошлом веке. И какова их роль в будущем для нас, родителей? Благодарю за ответ. Первое, с чего я должен начать. На сегодняшний день официально не проводится никаких исследований на тему количества спиралей ДНК у детей. Подчеркиваю. А официально таких исследований не проводится. То, что они как минимум 60 лет не просто проводятся, а там все известно о всех элементах, всех спиралей человеческого ДНК, это ТКП, я имею в виду. Ну, это космический уровень их работы. Рутина все та же. Повторюсь, выжать из человеческого существа все. Перевести его рывком на космический уровень всех его возможностей, взять все, что угодно, а потом опустить обратно и отшвырнуть обратно по времени с помощью технологий определенных. Если ссылаться на кого-то, ну, Алекс Кольер говорил о том, что ему известно из его источников о том, что с такого-то времени дети начали рождаться уже с тремя спиралями ДНК. Все, что могу сказать, я Алексу верю. Если он говорит о чем-то, обычно это всегда подтверждается. Раньше или позже. Мне кое-что известно о таких исследованиях в Австралии. Но я не могу назвать имя человека, который однажды предоставил мне такую информацию. Он работает в структуре не очень мирной. И этим я все, что я могу сказать. О том, что изначальное человечество, о котором я только что рассказывал, имело особые характеристики и подготавливалось в течение манвантар, а это временные отрезки, измеряемые триллионами лет. Для того, чтобы воплотиться здесь, на Земле, в особой точке нашей Вселенной,
Это человечество. Если верить совокупности тех источников, которым я обычно верю, пришло на Землю, имея 12 спиралей ДНК. А вот потом, и об этом потом, мы тоже очень много говорили, от тех существ на поверхности Земли не осталось вообще почти ничего и никого. Вместе с биотой все стиралось до нуля. Некоторые успевали уходить под землю. И еще неизвестно, как у них там происходил процесс эволюционирования и сколько у них там спиралей осталось. Это большой-большой вопрос. Больше, чем у нас. Потому что с человечеством со времен насильственного изменения человеческой генетики драконийцами, серыми, инсектоидами много чего сотворили. Много. Одно совершенно понятно сегодня, что все, о чем говорилось ранее, о новых энергиях, да и о новом энергоинформационном состоянии всего нашего мира, это не может не оказывать влияние на эту сферу человеческой анатомии и физиологии. Действительно, по косвенным признакам можно говорить о том, что дети точно рождаются с какими-то другими генетическими программами. Это факт. Точно так же, по косвенным, но очень веским параметрам видно, что есть, конечно, совершенно определенное и негативное влияние очень многих факторов на этот элемент человеческого естества. И в связи с этим закончу ответ на этот вопрос только одним. Нам надо продолжать нашу работу, о которой много говорилось, частью которой является наше регулярное воззвание к светлым силам космоса, тексты которого всегда помещаются под видео на канале Астралионика на очень многих языках. Это один из мощнейших элементов ускорения нашего устремления к светлому будущему, которое мы формируем здесь, сейчас, сегодня нашими мыслями и программированием нашего будущего через светлые мысли, светлые образы и через наше коллективное бытие согласно золотому правилу. Вот главные элементы, с помощью которых мы можем не бороться с кем-то, с чем-то, от чего-то там уберегать и так далее, а мы должны таким позитивным образом, активным делать прорыв в наше будущее, в котором не будет места ничему негативному, включая и негативное воздействие на подрастающее поколение. Благодарю. Теперь будет вопрос такой, я его попробую правильно озвучить. Потому что вначале ты уже упоминал, что надо аккуратно. Так вот вопрос от Таноса. Здравствуйте, друзья. Давно слежу за вот этим. Каждый раз они летят с востока на запад. Хотелось бы узнать, почему именно такой маршрут. Спасибо. Ходят слухи, что они якобы обезврежены уже. Очень сомнительно. Ну, вот это вторая вряд ли, но вот почему такой маршрут? Вынужден огорчить во всех смыслах нашего замечательного Таноса. Друга наших каналов. Дело в том, что летают они во всех направлениях. Вот у нас, например, четко видно, в том месте, где я живу, что они летают с юга на север. А если посмотреть на соответствующие снимки из космоса, то вся Земля располосована во всех направлениях. Это зависит от конкретики поставленной задачи, которая выполняется пока что. И
Говоря на эту тему и обозначая в ней огромное количество негатива, направленного против человечества, против всего живого на Земле, я уже об этом говорил и еще раз скажу. Это тот самый случай, когда системно надо смотреть на всю совокупность элементов этой операции. Там есть кое-что, из-за чего замедлена работа по элиминации этого фактора из жизни нашей планеты. И среди этого кое-чего определенную роль играет система ступенчатого оповещения, вхождения в плотные слои атмосферы Земли непрошенных гостей. Эта система работает еще и для этого. Вот только, мягко выражаясь, слишком много там всего другого. Но этот фактор там есть. И он много раз уже показывал свои возможности. Повторяю еще раз. Я во всей этой проблематике вынужден был разбираться досконально по всем пунктам, по всем элементам, направлениям, составляющим и многому другому. Иногда это словами трудно выразить, что там напихано. Но если уж меня спрашивают по существу, я не могу обходить вниманием и этот вопрос. Это надо знать. Благодарю. Вопрос от Елены. Здравствуйте, уважаемый Владислав и Юрий Рубинович. Вопрос. Юрий Рубинович, каким вы видите 13-летний интервал времени, оставшийся до предполагаемого перехода в пятое измерение? А именно интересует, сколько лет, предположительно, придется на ликвидацию власти тьмы на Земле, сколько на полное раскрытие информации о роли ТКП и МКК в истории Земли и космоса, и осмысление этого, и сколько лет может быть отведено на жизнь, свободную от иго нелюдей и подготовку к осуществлению коллективного выбора в пользу перехода человечества в пятую плотность. За счет чего? Технологий космических друзей или возможностей человеческой генетики, воздействия или истинной информации или чего-то еще будет возможен грандиозный эволюционный скачок человеческого сознания в духовную зрелость после освобождения Земли? Благодарю за ответ. Ну, первая часть ответа на этот вопрос звучит так. Это зависит от нас. Об этом говорят и говорили давно и наши светлые братья. Да, собственно говоря, для взрослого человека и так все понятно. За нас никто не будет делать самое главное. И об этом мы тоже говорили и даже совсем недавно. Сколько времени это может занять? Этот вопрос сложный, с многими превходящими, в котором есть очень много компонентов. И сиюминутных, совершенно понятных, связанных, например, со скоростью определенных мероприятий на немирной территории. Это часть общего пазла. Еще одна часть – это поведение тех, кто, так фигурально выражаясь, сейчас находится в том положении, в котором кое-кто совсем недавно находился на пресловутой Азовстали. Вот они сейчас, эти МКК, вот в такой ситуации. И там все очень непросто, потому что у них пока еще есть чем огрызаться. У них пока еще есть определенные бразды правления. Они не могут быть разорваны по самым-самым разным, иногда экзотическим причинам, каждая из которых учитывается.
учитывается теми, у кого есть на то полномочия, прерогативы и видение ситуации целиком, системно, объемно. И в таких деталях, которые нам непредставимы. Они делают все, что необходимо. Еще раз напомню, теряют своих людей, жизни свои кладут в прямом смысле за нас, находящихся здесь. И в этом смысле они за ценой не стоят. Поэтому опять сошлюсь на Алекса Кольера, на его прошлогоднее выступление в августе. Ну, не совсем там оправдался его прогноз, который он там высказал. Дело не в нем. А дело в том, что он говорил о самом важном. Еще раз подчеркиваю, что сами представители рода человеческого сейчас должны совершать геракловы подвиги над самими собой, исследуя себя, самосовершенствуясь, докапываясь самих себе до своей истинной сущности. Каждый день, давая себе высшему отчет, прожил ли ты свой день по золотому правилу. Это не броски на амбразуру, где все понятно, это геройский поступок, заслуживающий вечной памяти. Но такие микроподвиги, подвиги должны нами сегодня совершаться каждый день, непрерывно. Вопрос. Все ли к этому готовы? Все ли декларанты и вопрошатели разного рода нашей перспективы готовы к этому и ведут себя таким образом? Многие считают, свято уверены, что они так и делают. Я общаюсь с живыми людьми, я очень много общаюсь. И с некоторой долей печали могу сказать так, что пока перевешивает нечто, говорящее, что не все, мягко выражаясь. Так что 2035, повторю для тех, кто не слышал предыдущие наши беседы, пока еще на нашей временной линии всеми входящими в процесс решения ближайшего будущего человечества обозначен как солнечное событие, превращение Солнца в сверхновую с выходом на новый уровень энергетики. Еще раз отсылаю к работе инсайдера Дэвида Уилкока по имени Дэниел. Там много-много чего написано, причем хорошо, строго научно по поводу эволюции звезд вообще, как она на самом деле происходит, а не так, как нам брешут всю дорогу наши доморощенные астрофизики, нобелевцы. И со школы все это неправильно внедряется в сознание. И там сказано о том, к чему готовится Солнце. И если это печальный вариант, самый печальный, если все будет складываться, ну, мягко выражаясь, не очень позитивно, то в таком случае, и я об этом тоже говорил, есть, ну, например, этих вариантов несколько. Один из них при создавшейся ситуации, не дай бог, критичной, значит, те представители космических сил, родственниками которых мы тут все являемся, за редчайшим исключением проводят быстрое исследование человечества на предмет генетической принадлежности к ним и забирание тех, кто готов, кто заслужил, кто жил по золотому правилу. Кто не готов, будь он 10 раз принадлежит к их генетике, остается здесь, и с ним будет происходить то, что до 2035 года и может здесь произойти.
всякое разное в виде искусственного хаоса, полного закошмаривания, о котором много раз рассказывал Рэнди Крамер. И мы сейчас видим, как те, в умах которых родился этот план постановки мира на уши, постепенно, поэтапно, и все это четко реализовано, и совсем не Швабом и другими, это мальчики на побегушках, это системно и мощно продавливалось. И только два игрока за этим круглым столом, ну, там Индия еще пересоседилась в последний момент, были против. Их попытались загнать в угол санкциями. Что происходит сейчас? Этот план закошмаривания, постановки на уши, доведения до полного визга кушает Запад. Ну, там еще 47 стран Африки сыграли свою роль. Я сейчас говорю о тех, кто был за круглым столом. Стран Африки там не было. Я говорю о серьезных силах. А, ты об этом? Да. Вот как бывает. Эффект Ваньки-встаньки. Не ожидали. И поэтому сейчас этим силам, этой части мировой ТКП придется это кушать. Вот и все. А те, кто туда пытался подлезть последние 30 с лишним лет, ну, они тоже получат на всю катушку. Все разом. Чего хотели, то и получите. И я думаю, что вот в этом интервью, которое, я очень надеюсь, случится, мы сейчас все сделали для того, чтобы оно случилось, это было непросто. Рэнди что-нибудь такое расскажет нам на эту тему. Кстати, сегодня же понедельник, и я вспомнил, кто-то нам обещал перевод сделать кое-чего. Ну, вот, вспомнил, точно. Что-то я вот... Да, перевод состоится, не все сразу. И иногда нужно немножко подождать. Но... Ты понял, о чем я? Я понял, о чем, да. Потому что есть кое-что немножко поважнее. Тем не менее, я помню свои обещания. Стараюсь их реализовать. Так, благодарю. Следующий вопрос от Ольги. Доброго здравия, Юрий Рубенович и Владислав. Осветите, пожалуйста, тему подключения к людям рептилий и инсектоидов. Как известно, сейчас ко многим блогерам и публичным личностям происходят подключки. Больше всего интересует, как личные духовные наставники из высоких измерений допускают такие подключки, особенно учитывая, что данные блогеры заявляют, что именно контакт со своими духовными наставниками существует. Здесь прежде всего огромная путаница во всем этом вербальном пространстве. Кого только духовными наставниками сейчас не называют. Гигантская путаница в умах людей, особенно после чтения материалов некоторых Олегов, невероятно земляниных, и других, где там все в одну кучу сгребается. Кураторы, там, значит, захватчики, искусители. В общем, чего только сейчас не прочитаешь. И все это может быть только в сознании, не очень потрудившемся, над целостным изучением всей комплексной проблематики. Когда выхватывается что-то одно, что близко мне, и тут сразу надо понять, а почему вот это мне близко? Должно насторожить, но не настораживают. И, закусив у дела, несутся по этой столбовой дороге в никуда. Это первое. Второе. Я более или менее представляю себе, о каких блогерах идет речь, хотя не вполне определенно. Вот только... Когда идут такие заявления, что вот точно подключки, вот там рептилоидов, там инсектоидов, здесь надо быть чрезвычайно аккуратным во всем. Как понимает человек, задавший вопрос, принцип подключки? Здесь столько вариантов, самых разных. Здесь
физика разного уровня, разных полей и многого другого. Поэтому надо поаккуратнее быть с терминологией. Другое дело, как это проявляется, в чем это так или иначе имеет определенное продолжение. И здесь уже гораздо ближе. Есть люди, которых я тоже когда-то упоминал, с которыми относительно недавно и контакты были, и переписывались, у которых в генетике там 1/3 одного, 1/3 другого, оставшаяся 1/3 третьего. И что-то такое совсем недавно начало происходить, и люди по этому поводу забеспокоились. Я думаю, что вполне оправданно забеспокоились, потому что когда идет работа, слишком напоминающая околпачивание с какими-то непонятными целями, то тут надо несколько раз подумать, нет ли за этим чего-нибудь. Дальше. Очень много тех, кто или называются блогерами, или их называют, или сами себя называют блогерами. Кстати, ради бога, я никогда себя блогером не то что не считал, я всегда прошу избавить меня от такого клейма. Это не мое поле деятельности. Так вот, некоторые пускаются на какие-то странные ухищрения, делают какие-то там странные комбинации, и все ради того, чтобы потенциальная аудитория посчитала их, во-первых, блогерами, во-вторых, вот такими с подключками, еще с кем-нибудь. То есть зарабатывают люди сегодня на чем угодно. А для некоторых это заработок. И я это тоже как-то по-человечески понимаю, потому что после того, как YouTube кинул на деньги очень многих, ну вот это снижение доходности, да, в 5 раз, так, примерно. А многие ведь привыкли не отказывать себе ни в чем. То есть это такая большая-большая проблема. Вот, кстати, вот надо иметь работу, специальность, профессию, чтобы быть независимым от YouTube. Что-то он, конечно, дает, и иногда это можно пустить на благие цели, благие дела, на благотворительность, на все что угодно. Я это тоже делаю и считаю, что это нормально. Но когда профессией становится блогерство, а под этим выдается какая-то галиматья, несусветная чушь и спекуляции непонятно на каких источниках, то это мне не нравится. Теперь, что касается вообще рептилоидов, инсектоидов, тут можно тронтолоидов привести. С некоторой точки зрения, вот Линда Молтон-Хоуп, ссылаясь на свой источник, а это значит, она проверила все. Говорит, что тронтолоиды самые зловредные, хуже, чем рептилоиды. Во всем этом тоже желательно разбираться. Насчет тронтолоидов не знаю, но что касается рептилоидов, то их огромное количество видов, подвидов, подрас. Драконийцы – это малая часть. И из того, что мы знаем о драконийцах, например, от Вашты Нарады, что есть уже ветвь драконийская, которая нас не рассматривает ни как еду, ни как ресурс. Она нас рассматривает как объект исследования, по отношению к которому надо правильно себя вести. Потому что мы их боимся, а они это видят, понимают. Они не хотят нас пугать. Они хотят узнать от нас то, что им надо. И в случае выражения нами заинтересованности, дать нам то, что нам от них, возможно, надо. Я перечислил микроскопическую часть этой проблематики. Поэтому подключки могут быть самыми разными. Самое важное, как ведет себя сам человек, что у него вот здесь вот, и руководствуется ли он высшим в себе вот здесь, в своей ежедневной работе. Будь он 10 раз блогер, влогер или еще кто-нибудь. Конечно, ответственность за выдаваемую информацию сегодня
в любых источниках, она особая. Именно в свете всего, что я говорил только что. Потому что сегодня любое неосторожное слово, попавшее на определенную среду, это как дрожжи, попавшие кое-куда, могут привести к непредсказуемым последствиям. Так что все, что здесь можно сказать по этому поводу, оставьте блогерам блогерово и смотрите в корень, как говорил Козьма Прутков. Опирайтесь на сердечное видение. Оно обычно не подводит. Благодарю. Татьяна задает вопрос. Здравствуйте, Юрий Владислав. Вопрос к Юрию. Расскажите про магнитные бури. Какая их природа? Правда ли, что темные их создали? И как можно помочь человеку, который чувствует на себе это влияние? Болит голова, высокое давление, вялость. Очень хочется, чтобы вопрос прозвучал. Татьяна, он прозвучал. Замечательно. Ну, прежде всего, понятие магнитная буря, оно абсолютно физичное, оно абсолютно естественно, как естественным является наличие у Земли атмосферы, электромагнитного поля, магнитной компоненты электромагнитного поля и электрической компоненты электромагнитного поля, еще другие поля, о которых говорят меньше. Есть естественные процессы, связанные с земной тектоникой, а взаимодействие друг с другом тектонических плит всегда вызывает пьезоэлектрические эффекты, то есть изменение в состоянии электромагнитного поля, ну, больше с электрической компонентой. Но те, кто в школе физику учил, понимают, что естественный отклик идет и на магнитную компоненту. Поэтому все, что я сказал, еще мог бы рассказать гораздо больше на тему всех этих взаимосвязей. Все это находится в теснейшей связи с состоянием нашего центрального светила, которое в известном смысле является дирижером всех этих явлений, о которых я сказал. Именно поэтому почти все явления, относимые нашей наукой к так называемым магнитным бурям, находятся в той или иной связи со всеми этими элементами взаимодействия. Солнце, Земля. Это самое жесткое. Ну, там Луна имеет определенные свои функции, но в меньшей степени. Другое дело, что Луна, мало того, что искусственный космический объект, она имеет очень много функций особых, большинство из которых негативно влияет на процессы на Земле. Все, включая изменение поведения магнитной компоненты электромагнитного поля Земли. Это тоже факт. О нем не говорят, но те, кто серьезно изучает эту тему, об этом говорили. Сергей Саль, очень уважаемый человек, как-то касался этой темы. Довольно неплохо, как мне представляется. Если с ним удастся поговорить, может быть, мы и на эту тему с ним этот вопрос обсудим более обстоятельно. Далее. Это та часть нашей ежедневной жизни, которая самым удивительным образом связана с прикладной, ну, довольно такой простой астрологией, с астрологической медициной. Не буду здесь очень подробно об этом говорить, но то, что, о чем я сейчас сказал, вот эта вот простая, рудиментарная, если угодно, утилитарная астрология, как я ее понимаю здесь, это то, что известно на физическом уровне, о чем, кстати, в своем интервью Алексей Николаевич Дмитриев, есть это интервью на канале Астралионика, рассказывал, интервью 95 года. Он говорил о том, например, что Земля и Юпитер – это магнитосопряженные планеты.
у них угол наклона магнитного полюса один и тот же. Имеются фактически почти такие же по функции магнитные аномалии. У нас 4, на Питере 4. И так далее. Далее. У Земли длинный хвост магнитного поля, который достигает орбиты Юпитера. И те, кто понимают серьезную астрофизику, они понимают, как это все работает. Это работает. Поэтому процессы на Юпитере оказывают, ну, мало того, что они и раньше оказывали определенное влияние на особые виды воздействия на человечество, магнитные компоненты электромагнитного поля, влияя на психику, на определенные элементы человеческой тонкоматериальной структуры, грубо говоря, через печень, печеночная чакра, она особо чувствительна к этим видам взаимодействия. Но после падения на Юпитер так называемой кометы Шумейкер-Леви, а на самом деле это был объект, направленный на Землю, для того, чтобы уже тогда устроить здесь Голливуд по полной. Поэтому голливудские фильмы об астероидах, к которым летят там, значит, кое-кто их там устраняют, это часть правды. Только никакие там Брюсы Уиллисы и прочие к той комете не летали, конечно. Это сделали те, кому полагается, кто уже тогда включился в битву за наше будущее. И планеты, и человечество. И разнес этот объект на несколько осколков. Причем самое интересное, что это событие определенным образом описывается в Авесте, которая дана человечеству через, наверное, первого величайшего духа пророка, которого мы знаем как Заратустра, первый Заратустра. Там даже количество, это обозначено, число обломков, на которые развалился объект, он полностью совпадает с тем, что в Авесте имеется, как знак пришествия Аримана и попытка его победить Аурамазду. Так что вот такие вот интересные дела. И последнее, что должен сказать, это действительно определенным образом влияет на наше самочувствие, на многое-многое другое. Все, что я в этой связи могу сказать, но все-таки я не кривлю душой и перед всеми нас слушающими в этом смысле чист. Мы очень много с тобой говорим о том, что помогает нам выдерживать натиск негативных воздействий на человеческий организм. И среди всего этого есть и гомеопатия. И в этом смысле, если человек, задавший вопрос, сам испытывает такого рода особые состояния, ну, мой совет – ищите опытного гомеопата. Потому что в гомеопатии это является предметом исследования, и очень многие гомеопатические портреты, не конституциональные типы, а портреты, отвечают сумме такого рода стигм, если угодно, то есть определенных видов патологических состояний. Можно использовать какие-то другие элементы адаптации, скажем так, к такого рода испытаниям. И мы о них тоже говорили. Да, элементарное обливание ледяной водой по системе Порфирия Иванова. Детка, замечательный элемент такого рода и профилактики, и самопомощи. Дыхание бутейка тоже? Безусловно, дыхание бутейка. Это еще проще. Никакого ведра не надо. Это все работает. Чистый воздух. Да, даже относительно чистый. Это тоже, это все работает. Это все надо использовать. Дальше.
регулярно получаю письма по теме Parkis Medicus. Люди открывают в этом приборе больше, больше и больше возможностей. Особенно, ну, по-моему, пара человек всего мне написала, что скачали эту модификацию, да, расширение. Да, там сейчас 1411 программ. Да, и там нашли что-то такое, что ну, просто возрадовались. Я честно признаюсь, я еще сам далеко не все там изучил. Тоже некогда. Но я могу сказать, что даже обычная комплектация с обычным софтом, там очень много такого рода элементов помощи организму. И это просто и ясно, и пользоваться просто, и прибор простой, как огурец, как мне сказал один коллега. А мне очень нравится комплекс защиты от информационных полей. Он идет 3 часа, но это прям бесподобно. Это вот я да. такого... Это прям как из сказки. Один из видов проявления метеозависимости, как это называется, изменение магнитного поля, нарушение функции сна. Очень многих. Вот трое мне написали, причем так получилось, что в течение 2 недель, по-моему. Но вот трое написали, что включили режим глубокий сон, засыпают как младенцы. И не обращают внимания теперь никакие там все эти бури и все остальное. Так ты сам в эфире помнишь, что да, перепутал и почти конечно. Заснул. И почти заснул, да. То есть много что помогает. Поэтому, ну, не сочтите за какую-то там, не знаю, невежливую отсылку, но это факт. На нашем канале Астралионика, по крайней мере, на наших с тобой встречах, ну, столько всего говорено. Дальше. Отдельные выпуски, специальные обращения к друзьям Астралионика. Я сделал целую такую серию большую. Там тоже много всего. Так что этим надо пользоваться. Так, благодарю. Самое время сделать музыкальную паузу.
Следующий. Ярик Водила задает вопрос. Здравствуйте, Владислав и Юрий. Вопрос в вопросе. Я так понимаю, русские народные сказки не совсем то и сказки, так как их пытаются как-то изменить, исковеркать или предпочитают и вовсе о них забывать. А ведь это не просто рассказы, а, так сказать, инструкция к поучению для жизни, помогающая различать добро и зло уже с малых лет. И еще, вот, например, Змей Горыныч, ворующих девушек. Ведь это же именно то самое, я думаю, вы понимаете, о чем я. Или я ошибаюсь? Благодарю за проделанную вами работу. Бесподобный вопрос. Да, вопрос бесподобный. Здесь настолько глубокая тема, если бы человек знал. Но по этому поводу действительно очень много говорится последние годы, даже больше 10 лет, об этом тезаурусе народного культурного достояния всех славян, по крайней мере. Надо пойти от самого слова, которое несет в себе, между прочим, элемент той самой древней или прадревней египетской цивилизации, от которой в нашем языке кое-что осталось. Например, вот эта вот частица «ка». Это оттуда, из того единого языка, на котором говорили все великие посвященные того периода, еще допотопного. Был единый язык общения. Так вот, «ка» – это слог, имеющий очень много значений. Всегда важен контекст. Мы говорим «косточка», вот теперь «сказка». То есть это некая очень маленькая частица, в которой, как в голограмме, насколько ее частей не руби, вот в каждой мельчайшей частице вся информация обо всем объекте, который был запечатлен на голограмме, допустим, большого размера. Так и здесь. Вот это «ка» – это и есть истинная суть сказа. Я сейчас ухожу от соблазна еще вот эту часть расшифровать на том древнем языке. Здесь тоже «ка» есть, но уже с звуком «с». Это особый вариант. Но «ка» – это означает следующее. Когда кто-то читает или пропевает, раньше пели эти сказки, сказители, это означает, что в этой информации содержится зерно, главное, основное, вокруг которого мякоть, которая может отвлечь на себя своим вкусом, ну, как мы вишенку едим, про косточку забываем. А современная наука говорит, что там кое-какие вещества, которые избавляют человека от рака, между прочим, в этой косточке. Так вот, нечто в сказке избавляет человека от соблазнов. И это самое главное. Сказ – это повествование вокруг чего-то самого важного, самого главного, без чего все остальное может прахом пойти, разрушиться, исчезнуть, испепелиться. И мы знаем, что целые цивилизации исчезали, а космический наш сон братьев постоянно говорит о трагедиях и в их собственных мирах. И космос этим наполнен трагедиями галактического масштаба, когда все разрушалось из-за того, что самое главное нарушалось. А самое главное во всех, по крайней мере, славянских настоящих сказках – мораль и нравственность. Вот что в них самое главное. А все остальные там хвостатые, вертикально-зрачковые и прочие – это антураж, это мясо, это плоть некого продукта, внутри которого самое главное содержится. То, как ведет себя главный герой, его мотив, наполненность
его сознание чем-то чрезвычайно важным, по сравнению с чем все богатства мира и соблазны, значит, это ничто, чем он никогда не поступится. Ни в коем случае. Между прочим, вот сейчас я говорю о том, что в гомеопатии является конституциональным типом. Вот так. Это загадка для тех, кто нас слушает, может быть, коллеги-гомеопаты. О ком идет речь? О том, что я еще только что сказал. Так что эта фраза «сказка-ложь, да в ней намек». Добрым молодцам урок, да? В свете только что мной сказанного о сказке, понимаешь, насколько глубоко вот это утверждение? Ты меня сейчас на мысль завел, извините, перебью. Ну ладно, говори, я потом добавлю. Да, ну вот это компоненты этого выражения «да», в ней намек, очень часто читается как такое антитеза некая, да? Что, мол, ложь, да и там, значит, в ней намек. Дело в том, что в контексте здесь «да» звучит как союз «и». Такой мощный, утвердительный. Соединительный. Соединительный, да. Это не просто ложь. А дело в том, что слово «ложь» то самое, все врут календари. Помнишь? Mm-hmm. 19 век. Вот лгать, лагать, логать, врати. Это была единая сумма понятий, не имевших негативный смысл. Это легко и свободно о чем-то рассказывать, говорить в легком повествовательном стиле. Непритязательно. Так что это не сочинительство, это не выдумка, в смысле сказка-ложь. Это просто изложение, предложение. Послушайте. Кстати, у нас есть просьба сделать передачу, ну, сколько сможем, о русском языке, для русского языка и вот в этом формате. Потому что об этом надо говорить. Хорошо, тогда всем, кому интересна эта тема, всем рекомендую послушать видеоролики с Жарниковой. Она очень много, очень правильно там накопала в русском языке. Но кое-до чего не допродвинулась. Может быть, просто потому, что... Не дали. Не то, что не дали. Ну, не было в то время той информации, которая сейчас доступна. Хотя я, например, вот эту сакральную часть и связь корневой группы русского языка, протославянского языка с праисторическими, допотопными, я это изучал еще в начале 90-х. Была такая возможность. Кстати, я хотел добавить, вот я тебе перебил, система Макаренко и Сухомлинского как раз построена то, что ты сказал. Именно Макаренко и Сухомлинского. На примере. Так и должно быть. Потому так, что так воспитывается подрастающее поколение, которое всегда должно иметь перед собой пример. Иначе пример покажут другие. Угу. Вот мы иногда и получаем то самое. Так, Виктория задает вопрос. Здравствуйте. Ну, вопрос уже традиционный, но задан нетрадиционно, и он мне понравился. Вопрос про отрицательный резус-фактор крови. Это естественная мутация или нечто привнесенное? Если последнее, то есть ли информация, от кого это наследие или привнесение? Что-то неестественное, неприродное есть в том, что организм матери пытается отторгнуть ребенка с положительным резус-фактором. Владислав, благодарю за возможность задать вопрос Юрию Рубиновичу. Значит, мы действительно очень много говорили о резусе. И заново поднимать эту тему во всех подробностях смысла я не вижу. Просто хочу напомнить, что все, кто так или иначе касался этой темы,
И Пенни Брэдли много об этом рассказывала. И Ильяна, канадская, Елена Напольник. И Рэнди как-то спрашивали на эту тему. И Эмери Смит, я только не помню, переведен ли этот ролик на русский язык. Они всегда тему отрицательного резуса связывали с влиянием генетики драконицы. Не рептилоидов, а именно драконицы. Насколько это так, безусловно негативно, или, как мне это считать, позитивно, это вопрос всегда диспутабельный. Я встречал много людей с отрицательным резусом, совершенно замечательно. Но я считаю, что Пенни Брэдли, вот, герой нашего времени, очень человечный человек, который достоин, мне кажется, самых позитивных отзывов о ее творчестве. Поэтому это можно назвать фактором, утяжеляющим жизненный опыт космического существа, для которого нет таких резусов. Оно по тем или иным причинам просто оказалось в этом теле, в это время, не случайным каким-то образом, что случайности быть не может. Это его космический опыт проживания в такой генетике, карма, в такой физиологии. Можно назвать кармой, как угодно, но это опыт. Для обретения опыта пребывания в плотном мире абсолютнейшее большинство землян находится как минимум на Земле. И в этом смысле работает та самая формула, которую я часто привожу. Не важно, что с тобой происходит. Важно, как ты на это реагируешь. Каков ты, как ты себя ведешь. Поэтому... И потом ты говорил много... Часто меняется с одной группы на другую, да, и со знака на другой знак. И это сплошь и рядом мы видим. Причем не только у детей. Да, это факт. Когда дети... С одним резусом рождаются у родителей с другими резусами, факторами. И причем иногда даже и группы крови там каким-то странным образом вообще гуляют. Так что можно здесь пытаться разбираться в каких-то тонкостях, в каких-то так, там, сопоставлениях. Но я не вижу в этом смысла. Я вижу смысл в одном – в самоосознании. Осознание собственной космичности, наконец-то в осознании собственного предназначения, которое человек сам должен понять, сам. В этом его пропуск в будущее. Не надо искать никаких гуру, никаких светлейших, невероятных там учителей, еще кого-нибудь, подслеповатых поводырей. В себя надо всматриваться, вслушиваться, там все ответы. В общем, надо просто жить. Да, конечно. Надо жить просто и в согласии с сердцем и золотым правилом. Благодарю. Вопрос от Вандерера. Здравствуйте, Юрий Рубинович, Владислав и зрители. Всем света, любви и добра. Но задал три вопроса, я задам один из них. Ядерные станции, установленные по всей Земле, располагаются не просто так. Вопрос, какова вероятность того, что ядерные станции специально устанавливались в сейсмонеустойчивых зонах под надзором вертикально зрачковых, чтобы иметь возможность провокации в виде спецэффектов после землетрясения. И как на это смотрят наши светлые друзья? Благодарю. Ну, во-первых, вот первая часть вопроса, я 4 раза подробно об этом говорил. И ссылался на разные источники, на авторитетов в этой области. В конце концов, на Игоря Яницкого, который, на мой взгляд, ну, просто лучше всех осветил эту тему на примере исследования рукотворной катастрофы на Чернобыльской станции, которая, как сейчас мы уже знаем, она была не просто рукотворная, она была очень хорошо подготовлена уже на моменте проектирования этой станции. Да, действительно, в полном соответствии с заданным вопросом. Но мало того, там
очень-очень много чего одновременно было сделано для того, чтобы уж абсолютно точно, чтобы это случилось. Кое-что можно прочитать в публикациях на одном сайте, и там 4, по-моему, публикации на этом сайте. Одна из публикаций звучит так. «Чернобыль для чайников». Найдите это в Гугле. Там очень интересная информация. Очень. И она до сих пор взрывоопасная. И очень многие люди, которые в Советском Союзе, в советское время пытались что-то сказать в меру своей осведомленности, посвященности на эту тему, они просто или исчезали, или пропадали, или в сумасшедших домах там, ну, жизнь проводили. В общем, все это очень нехорошо. Такого же рода будущее действительно предусматривалось всей этой программой строительства атомных станций, которые с точки зрения тех самых светлых братьев, о которых сказано, это такое катастрофическое недоразумение, которое многие из них осознать даже не могут. То есть в их сознании это не укладывается. Сделать технологию, при которой после получения эффекта распада ядерного все это превращается в тепло, в пар и опять турбины. Но при том, что оставалось меньше половины шага до технологии получения бесконечного во всех смыслах количества электроэнергии прямо из эфира по технологии Тесла, когда ничего не надо, даже проводов не надо. И Тесла это доказал тогда еще, в начале 20 века. Поэтому вся эта ядерная фантасмагория действительно в значительной степени была навязана для того, чтобы держать на коротком поводке всех. Всех. Так что попадание довольно верное, а дальше это уже детали. Ну и, собственно говоря, технология, она и не предполагала возможности постройки ядерных комплексов, станций, там, где нет проточной воды или доступа к водным источникам, допустим, морским еще каким-нибудь. А это всегда, с точки зрения геологии, это всегда разломы. Всегда. Или, как вот в Чернобыле, перекрестие разломов. Четвертый реактор. И об этом предупреждали. Ну, теперь-то мы понимаем, что на самом-самом верху в Советском Союзе совсем не генеральные секретари были никогда, начиная с Никиты. И не они принимали решения. И не всякие там Александровы, президенты Академии наук, принимали решения. Тем более после книги Джона Колмана «Комитет 300». Мы теперь понимаем, кто и Советской Академии наук там руководил. Это все ТКП. Так просто, если сказать. И МКК. Так что последняя часть ответа. С начала 90-х годов все ядерные объекты под жестким контролем. На них ничего произойти не должно. Ровно точно так же, как не будет допущено применение никаких ядерных боевых зарядов. Точка. Да, тебя прямо можно вот по этому выражению идентифицировать. Точка. Только не надо меня привязывать к бургерной в Москве. Нет, там вкусная точка. Ага. Это другая точка.
Они, кстати, хотят снова поменять название, потому что как-то странно. Ой, это тоже цирк, там надо не название менять, а вышвырнуть напрочь всю эту отвратительную, абсолютно отвратную и мерзостную систему антипитания и отравления людей. Вот что это такое, все эти фастфуды и все остальное. Нормальную еду надо вернуть. Начать с советских столовок. Что, плохо было, что ли? Угу. Я, например, только благодаря ним и выжил в свои студенческие годы, в то время, когда не очень хорошо зарабатывал. Так, третий час пошел уже, вопросов не уменьшается. Тамуна задает вопрос. Здравствуйте, дорогие Владислав и Юрий Рубинович. А мне хотелось бы узнать, как ваши космические друзья относятся к тому, что на нашей Земле идет такой маразм в плане смены полов, и вообще тенденция такая, что голова кругом, сколько разных видов людей. Интересно, на других планетах встречается такое? Если под разными видами людей понимаются разные основные расы, негроидная, европеидная, монголоидная, ну и, значит, краснокожие, то мало планет с таким разнообразием генетических расовых направлений. Есть, но мало, очень мало. Еще меньше планет с таким разнообразием метисных групп. Об этом они говорили. Тут тоже, нельзя это все слишком обобщать. Не везде и они были. Они говорят только о том, что знают, что видели, с чем соприкасались. Опыт исследования каких миров у них есть. Да, они миллиарды лет имеют такой опыт осознанных космических цивилизаций. Это выше, чем нулевой уровень, на котором мы находимся. Что касается всего этого нашего гендерного маразма, это сугубо дело внутренней нашей человеческой цивилизации. Так они все это ну, валяйте дурака, но это ваше личное дело. Дальше. Есть разные цивилизации, с которыми есть контакт. Вот те, кто к нам поближе, которые, ну, может быть, чуть-чуть менее плотные, чем мы по физике. Для них это даже иногда забавно как-то выглядит. Ну, как, не знаю, как в зоопарк прийти, посмотреть там на что-нибудь такое. А для цивилизаций, которые, мягко выражаясь, повыше, они рассматривают эти ситуации как своеобразную форму умопомешательства единого организма, которым они нас воспринимают. При всех этих наших распрях и многом другом, так видят они человечество. Это единый человеческий организм, у которого помутнение рассудка, сдвиг по фазе, какая-то кривота, но это опыт этого космического существа, многомиллиардоклеточного. И ему надо это пройти и выздороветь. Они это воспринимают как болезнь. Искусственно насажденную, кстати. А может быть, они просто в том воплощении были мужчиной, в этом женщиной, и что-то там в том не доделали, переделали? Это незначительная часть такого рода случаев. Незначительная. Процентов 10-15. Все остальное – насильственное изменение сознания и много-много еще чего. И это они подчеркивают. Но мы и без них это знаем. Вот точно так же, как человек с серьезным гомеопатическим опытом
знает, что некоторые гомеопатические препараты могут ставить вот это самое самоощущение человека в норму, и проходят все эти залеты. И в моей практике это тоже было. Понимаешь, когда я говорю вот искусственным насаждением, я имею в виду все аспекты, включая и вмешательство в генетику за последние многие десятки тысяч лет. Это попутный результат этого. Потому что подмешивались гены и инсектоидные, и другие. А в их системе генетической, да, у них там чего только нет. Кстати, я так сейчас вот подумал, у нас все виды космических цивилизаций представлены на Земле в уменьшенном варианте. Там кузнечики, богомолы. Там, это нормальная космическая практика. Нормальная. Отчасти тоже описанная в тайной доктрине. Ну да, уменьшенном варианте. Человечество Земли то самое изначально. Оно тоже проходило все формы существование во всех царствах природы. От минерального, через растительное, через насекомое, через животное и до фазы человеческого существования. В нашей части Вселенной считается элитарная форма. А у пчел есть это? У пчел есть трутни, у которых своя такая специфическая работа. Понял. Так, Наталья задает вопрос, вот прямо огромная просьба к Юрию порекомендовать схему очищения кишечника для летнего времени. Мы этого вопроса тоже касались, и я даже подробно рассказывал, как мы все это делали в нашей программе, которая называлась программа «Аура», где было больше 10 элементов самооздоровление, самоисцеление на фундаменте это метод Бутейка. Поэтому, прежде чем приступать к любым очистительным процедурам, я всегда всем советую, ну постарайтесь, изучите метод Бутейко. Потому что, когда вы его начинаете практиковать, то чрезвычайно важно. Независимо от времени года, у вас начинаются правильные очистительные, или как это называется, санационные процедуры, внутренние. Организм сам в них входит и сам подстраивается к энергетике конкретного времени года, в климатическом смысле и в других. Вот чем ценен этот метод. Многим и ничего другого и не надо даже. Но если хочется выдроить себя до, не знаю, до хруста, до блеска, до чего-нибудь еще, тогда пентасистема вам в помощь. И в этом смысле абсолютно ясно, какую часть кишечника можно чистить, а какую ни в коем случае, если мы говорим о кишечнике. Другое дело, что это все должно находиться в определенной взаимосвязи с полным пониманием того, как эти участки пищеварительной системы друг с другом связаны. И в этом смысле с чего надо начинать? Начинать надо с осеннего периода. И всегда начинать надо с очищения толстого кишечника. А дальше идти по пентасистеме. И помнить простой и ясный, как пень, принцип. Помогать конкретному органу, а если говорить серьезно, системе, можно только тогда, когда в ней достаточное количество энергии. Когда в системе, в органе энергии мало, в соответствии с сезоном по отношению к первоэлементам в пентасистеме, не надо трогать, плохо будет. Орган можно чистить только тогда, когда в нем циклически, согласно энергетике
времени года достаточное количество энергии. Значит, лето – тонкий кишечник, чанг паркшалама. Но я лично никому это делать не рекомендую. Сам проходил через все эти радости. И хочу сказать, что я не могу стопроцентно утверждать о безопасности какого-либо вида очистительных процедур. Потому что знаю, во-первых, и с точки зрения теории, как это может обернуться, и, к великому сожалению, на примерах некоторых излишне активных наших слушателей на наших лекциях, которые, несмотря на предупреждения, увещевания, решали что-нибудь такое сотворить, ну и всякое бывало. А клизма? А клизма – это самый малотравматичный способ очищения толстого кишечника, но при полном соблюдении всех элементов, входящих в эту процедуру, всех, абсолютно, с тонкостями, с выбором клизмы грелки, с обязательным элементом смазывания наконечника маслом. Желательно маслом с прополисом. Там важны все элементы. Время, когда все это осуществляется. С 5 до 7 утра. И так далее. Вот если все это выполняется, можно рассчитывать на наименьшую вероятность нежелательного исхода. А потом уже, ну, когда появляется опыт, так это проще, чем правильно почистить зубы. А этот магния, как его? Ой, зло улетело. Этот... Ну, неважно, есть такие препараты, магния-сульфат. И... Да, сульфат магния. Прямо вот, прямо все так. Ну, такая гадость такая. Ой. Ничего этого не надо, повторяю. Никаких тут химических этих извращений. Это все не нужно. Надо правильно все делать. Это целый комплекс. Значит, правильно надо подготовиться. Правильно надо с вечера надо выпить правильной воды без химии. Ну, в общем, надо меньше есть или правильно есть. Тогда она все само выйдет. Ну, безусловно. Не имеет смысла делать чистку толстого кишечника и в то же самое время объедаться. Объедаться какими-нибудь несовместимыми продуктами. Как минимум надо перейти на раздельное питание, как минимум. Объедаться клубникой. Насчет клубники не знаю. В общем, короче, это серьезный подход, и здесь какие-то недоучеты чего-нибудь чреваты. Так, ну у нас сегодня еще один вопрос будет, потому что уже у нас будет еще музыкальная композиция твоя. Значит, Ирина задала 4 вопроса, я сейчас выберу один. Здравствуйте, дорогие Владислав и Юрий Рубинович. Это уже стало доброй традицией, секреты в начале каждой недели. Всегда жду и слушаю с удовольствием. Сердечно благодарю за знания. А вопрос я выбрал 3. Мы все пришли из космоса. Как человеку достучаться до своей звездной системы? Как вспомнить истинного себя? Свой дом, кто и как давно нас отрезал от корней и вычистил память на многие миллионы лет. Ирина. Ну, тут много сразу разных вопросов. А тех, кто пытался и, к сожалению, не безуспешно вычистить из нас наше звездное естество, ну, много об этом говорили, я не считаю, что им надо слишком уж много времени уделять. Много чести слишком. Тем более, что они уже прижаты в угол вместе со своими подопечными НККшниками. И пусть там и сидят, хоть и огрызаются. Для того, чтобы побыстрее нам достучаться до самих себя, настоящих, истинных, надо делать то, о чем мы тоже очень много говорим. И в одном из самых последних стихотворений там точно сказано, что является путем к дому. Это наше праведное житие, бытие
здесь и сейчас на этой планете? Вот. Краткий ответ на довольно обширный вопрос. И здесь важны все компоненты. Все до единого. И касаясь вопроса окончательного возвращения домой, он тоже у многих, по крайней мере, начиная с 90-х годов, происходит по-разному. У некоторых это уход из нашей жизни через то, что мы ошибочно называем смерть. Для тех, кто достойно прожил жизнь, завершил ее, кто предуготовил свой уход из этого мира, загодя осознав все эти заблуждения насчет этого процесса, правильно его воспринимая. Не как ужас-ужас, темнота и все остальное, а как переход. Сегодня понимание этого процесса, оно обостряется еще больше. Мы знаем, в связи с чем. И для некоторых из нас это событие неизбежно до 2035 года. Вопрос в том, как мы к нему предуготовимся, как учил Платон своих учеников, не потерять сознание. Вот с этой мыслью его ученики должны были засыпать каждый день. То есть предуготовление себя к тому, чтобы в этот момент не потерять сознание, понимать, что с тобой происходит. Я понимаю, что не все у нас тут ученики Платона важны, но сейчас как никогда. Потому что, я отвечаю на этот вопрос, ну, для многих возможен только такой вариант возвращения домой. А сегодня я уже говорил о таком варианте для некоторых. То есть забирание к себе сначала будет происходить в виде покидания физического тела. Но это тоже это не единственный вариант, скажем так. Возможно, и другие. И вот как так получается опять, у меня для этого случая есть как раз традиция, которую я, наверное, сейчас и буду исполнять. Так, меняем сценарий, тему, хорошо. На эту тему у меня однажды случилось стихотворение. Там особые были обстоятельства, приблизительно связанные с темой вопроса, который сейчас был задан. И мне надо было как-то ответить человеку, который, ну вот, он уже почти готов был, почти. Ему надо было что-то услышать. Стихотворение называется «Уходящему». Не бойся смерти, ибо смерти нет. О ней скулят пещерные невежды, рядящиеся в пестрые одежды, толкующих понятие тот свет. Не бойся смерти, ибо смерти нет. Есть череда трансформ разновеликих, привычки, судьбы. Голоса и лики уходят друг за другом в бездну лет. Но вечен ты, стоящий у черты, нас отделяющий от царства света. Наследником небесного завета ты входишь в мир нетленной красоты. А смерти нет, и тщетна суета вокруг остатков жизни в бренном теле. Смешно цепляться за уют постели, когда зовет в бессмертие высота. Благодарю.
И, пользуясь случаем, хочу напомнить всем друзьям наших каналов, во-первых, о том, что мы на пороге очень важной даты для всех, в ком советский период, советское время, советское воспитание, история чрезвычайно важна. 22 июня для Советского Союза началась активная фаза Второй мировой войны, которую мы именуем Великая Отечественная. Отдельная история, почему был выбран этот день, который в определенных кругах называется День всех святых, земля российской просиявших. В этом есть особая мистика. И этот день действительно связан с очень важными, очень высокими, чистейшими, глубиннейшими духовными традициями, за которыми не только сон святых, но и нечто, уходящее в гораздо более глубокие, трагические и наисветлейшие исторические дали рода человеческого и рода славянского. Сначала я прочитаю стихотворение. Об этой дате, об этом времени, о значении этого дня для всех, кто впитал эту традицию, я бы ее назвал святоотеческой, в прямом смысле. Этот день всегда несет в себе особый отзвук и в сердце, и где-то на таком уровне метагенетическом, что словами не объяснишь. Много написано, но я выбрал сегодня стихотворение Константина Симонова. Во-первых, человек сам прошел все. Все, что можно было пройти на войне, несмотря на то, что его оружием было слово, а мы знаем мощь этого слова, и мы знаем, сколько человеческих судеб было спасено его стихотворениями. С его стихотворениями тысячи, сотни тысяч советских солдат засыпали, помня их. И эти стихи наполняли их жизнь каждый день особым смыслом. Может быть, даже выше, чем «За Родину, за Сталина». Именно поэтому его творчество для меня всегда имеет особое значение. Еще и потому, что его стихи какие-то очень простые, доходчивые, понятные, ложащиеся прямо на сердце. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след из стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. И к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких. В сердцах людских на вечный след миллионов душ ушедших в списки. Благодарю тебя. Сегодня я, еще раз повторю, используя этот момент, эту возможность, призываю всех друзей наших каналов 22 июня в любое удобное для вас время. Во-первых, еще раз помянуть всех,
кто пал на той великой войне, благодаря кому мы сегодня живы и имеем эту космическую возможность восхождения вверх по эволюционной лестнице. И в этот день, в удобное для вас время, не обязательно в 8 часов вечера, еще раз осуществить воззвание к светлым телам космоса. Уверяю вас, они знают про этот день. И они видят особую энергетику этого дня. Поэтому я думаю, что все, кто в этот день подключится к нашему совместному действию, ощутят нечто особое, необычное. Вот с таким предложением, с пожеланием здравия, благополучия, благоденствия, с пожеланием света в уме и с покоем в душе, и с огнем Всевышнего в сердце, мы расстаемся. До новых встреч. А два сюрприза? Вот, забыл про два сюрприза. Так, значит... Теперь твоя очередь. У нас уже была однажды ситуация, когда Юрий Рубинович выбрал самый интересный вопрос, только там была скрипка, которая улетела благополучно к Лене, к Елене. Елена получила. Следующий сюрприз будет связан с ее ответом. А сейчас у нас будет гитара. Вот такая замечательная гитара, наполненная многими-многими интересными сюжетами с участием Астрона. И сейчас мы у Астрона узнаем, какой вопрос ему больше понравился. И тот, кто задал самый интересный вопрос, по мнению Астрона, на этой неделе я отправлю эту гитару этому человеку. Подумай. Не то, что понравился, я бы сказал, какой-то внутренний отклик был особый. Мне показался очень важным вопрос, касающийся размещения атомных станций. Это сейчас я посмотрю. Важно, и я не буду говорить, почему именно сейчас, но здесь определенное такое резонирование с кое-какими событиями, имеющими место прямо сейчас. Я уверен в том, что мне было сказано, подчеркиваю еще раз, что взгляд наших светлых братьев на ситуацию именно таков. Я уверен, что они все сделают как надо, и нас, нашу цивилизацию минет доля сия. Вот поэтому вопрос. Да, вопрос задал Вандерер. Вандерер, большая просьба. Под этим видео будет дана моя электронная почта. Вы, пожалуйста, со мной свяжитесь, и я узнаю у вас, где вы живете, где вы находитесь, и я вам вышлю эту замечательную гитару. А мне понравился вопрос о русских сказках Ярилы Водилы. И вот Ярик Водила, Ярик, это Ярила, Ярик Водила, напишите, пожалуйста, что вы задали вопрос про эти русские замечательные сказки. И вторая гитара полетит к Ярику Водиле. Вот. Вандерер и Ярик Водила, напишите нам. И следующее. Вот буквально два дня назад я получил посылку от Елены, которая получила от нас скрипку. И написано Юрию Лиру. Кстати, скоро 23 число. А сейчас спрашиваю, что такое 23 число? Что такое 23 число? Ну, надеюсь, люди, которые внимательно следят, знают, что такое 23 число. И вот я постараюсь либо на этой, либо на следующей неделе скомпоновать общую посылку. Вот часть будет от Елены. Кстати, она послала книжку «Елена», ее фамилия, «Светоносцы. Мерцающая башня». Интересно почитать.
Вот, и как раз обобщенную посылку я отправлю в Латвию, Астрону. И это еще не все. Завтра у нас что? Летнее солнцестояние, Купало, самая короткая ночь и самый длинный день. Папоротник, костры. Да, и многое другое. И многое другое. У нас в Латвии это отмечается чуть-чуть попозже, это с 23 на 24, у нас называется Вигуа, это Янова ночь, и со своими элементами, нюансами, то есть мы тут тоже не отлыниваем, помогаем менять, так сказать, одну энергетику на другую. Будем участвовать. Все, друзья, продолжение следует. Юрию большой поклон от нас всех. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Всего хорошего. Взаимный поклон. Счастливо.
Mm-hmm.